видели, да, какое покрывало я, простынь или плед купила. Ну, плед, в общем-то. Вот такая расцветка с бабочками. Скорее всего, что еще мне там понравился. Посмотрим, может быть, еще куплю. Может, они еще что-то получат. Такой плед стоит 129 гривен здесь. Размер 180 на 220. Очень классно. Цена супер. У нас дешевле 300 гривен такого нет в Киеве. Поэтому это очень дешево. Его можно как простынь зимой стелить, когда холодно. Как угодно. Можете стелить его, можете укрываться, можете застилать постель. Очень удобно брать в машину, на природу, в палатку, куда угодно. Мы сегодня встали поздно, в 11 часов. Вот. Выберемся, наверное, не раньше часа на море. Вот. Ну, все равно, в общем-то, поздно ли вечером. Вот, так что сейчас будем что думать завтраком. Либо пирожки, либо, может, я шаурму приготовлю. Сейчас у меня все есть на шаурму. В общем-то, сейчас спрошу детей. Вот, и поедем на море. Сегодня вечером передают то, что посмотрим, будет или нет, не знаю. Кто у нас тут есть? Вот кто у нас есть. Вон они балуются. Сколько? Ой, какая морда красивая. Боже ты мой, какой холёсий. Ой-ой-ой, нос какой. Пятнистый. А те дерутся. Кулёкой. Музыки. А девка-то серая, коричневая. Она спит, она толстухой спит. 5 штук или 6 их. Шестой куда-то делся, наверное. Бежал с мамкой. Красавцы. Просто красавцы. Под Масыной они тут зовут, пока Масына не уехала. Малышня. Ой, классные щеночки. Кто тут отдыхает, может, кому-то в частный дом надо, забирайте. На базе Мрия. Возле туалета тут общественного они находятся. Ага, вот. Тишпал, тебя здесь будили. Боже мой, блохи, капец. Как Рексик наш. Он так скулят, когда блохи кусают. Красавцы. Опа. Я сегодня посмотрю, может, будем ехать там ветеринарку проезжать. Там должна быть. Я, может, капельки им куплю от блох. Покапаем по 3 капельки. Вот музык огромный. Музык вот это вот огромный. Он музык будет. Вот. Да, я сейчас тебя укусу, скажи. Ты что ко мне приставил? Я сейчас укусу. Виталинка, волосы осторожно. Сейчас эти блохи. Да. Может, люди разберут, да? Ну, я надеюсь. Жалко. А сколько есть? 5 штук. 5, 6 или 6? 5. 1, 2, 3, 4. Там он еще 1, 5. Ой, господи. Холёси. Вать, мама. Мама Лена сегодня поищет вам эти капельки от блох. Иди, в тенечек, иди. Ну, пошли, зайчик, ручки мыть, идем, котик. Разжигая огонь, дай мне свое имя, принадлежи мне.
хоть один раз эту ночь скажи мне. Хотя сейчас по-другому Виталинка сделала, подожди. О, класс, у тебя оно сломалось. Он, Артур, хотя ложечку даст, бери кушать. Отколупывай его и кушай. Подсолнухов нет в этом году? Странно. Их раньше сняли, да, в этом году? Или их не садили в этом году, подсолнухов? Что вот это осталось? Это подсолнухи? Нет. Что-то тонкое. Тонкое для подсолнухов. Наверное, все убрали уже. Тоже ж подсолнухи были, правильно? Да. Подсолнухи. Кукурузы нет, тут не росла, тут подсолнухи были. Не, ну красиво. А что солнце пропало, как мы сюда приехали? Тут вода лучше. Дождь может начаться. Красиво, пляж. Действительно, вот место хорошее, что тебе не нравится. Песочек, вот песочек, да. Мокрое все. Не, вот песочек. Он мокрый. Не-не-не, вот тут сухой, вон, потому видишь? Там сраться негде, если честно. Вот песочек, видишь, вот. Как раз, все нормально. Что нам перебирать тут? Ага, ну сейчас посмотрим, что уже. Все равно же доехали. Мать, не едь сильно пусто, пожалуйста. Ехали на другой дикий пляж. Тут, кстати, есть питьевая вода. Ну, не знаю, как питьевая, но она пресная, можно помыться. И тут тоже палатки. Мам, пойдем к пресной воде? Сейчас пойдем. Да. Вероника, отходи, машина. Вика. Въезд здесь платный на этот пляж. Куда уходить? Какое их его место? Бери подстилки, сразу иди кидай сначала. В первую очередь подстилку кидай какую-то, а потом уже все остальное. А что тут так все колется? Ты что куришь уже? Короче, в том году въезд здесь платный для палаток. Не знаю, сколько в этом году. В том году 50 гривен был для машин с палатками, для ночевки. С нас брали 20-ку, мы ездили на несколько часов. А в этом году, ну, по крайней мере, этот охранник сказал просто так заезжать. То есть ничего не взял. Вот такая вот красота. Но здесь такой пейзаж покрасивее. Тут просто как-то... дичее море, да? Как-то, как его так называют? Да? Что, пошли к этому? К родничку? Пошли? Бери, пожалуйста, мяч туда. Не знаю, что-то они делают. Ну нет, тут море заходит сюда. Медуз нанесло сюда. Да, кто спрашивал, медузы есть в море. Но прям их не прям много, не так, как чтоб кишило. Ну, вон, видите, плавают. Вода холодная, но не ледяная. Нам нормально. Артурчику холодная. Кому как. Вот. Это, вот, знаете, это вот это родничок, видишь, он в море оттекает. Ну это не канализация, это труба сделана. Я в том году все это показывала, да, вон ракушка большая, тропана, видишь? О, да.
Я в детстве здесь, ну, я давно искала это место, вспоминала. И потом, когда мы с мужем нашли этот пляж второй Дики, то... Дики называется, потому что тут нету ни катамаранов, ничего. Вот тут пляж, где мы были эти дни, то он тоже был дикий, там рядом заповедник, но там уже все, там уже строятся близко отели, уже там приблизились и катамараны, и все остальное. Да, и бананы. Поэтому раньше он был, конечно, там вообще тишина была. То здесь, наверное, вообще глушь. Так вот, в детстве родственники наши с Херсона, моя бабушка родом из Херсона, видите, какая прозрачная водичка. Да. Дядя Толя, моей бабушке сестры муж, привозил нас сюда на ночевку. С палаткой. Ну, посмотри, что за камушек вот это. С палаткой. А нет, какой янтарь. Это прикольно взять в аквариум, возьми. Вот. И мы здесь ночевали с палаткой. Так вот, когда я натерлась медузами, я помню, что тут была пресная вода. Я села в ручеек и сидела. Мне было очень приятно, потому что после медуз тело пекло. Ну, так мне захотелось натереться. А что вот это такое? Вот оранжевое такое. Что это? Это щебенка, но она какая-то красивая. Или она после воды красивая? Ну на, посмотришь, когда высохнет. Короче говоря, сидела в этом ручейке. Я долго очень это место искала, а потом, когда мы сюда приехали, я вспомнила, это оно. Вот, и, ну, он был глубже, этот ручеек, и длиннее. И я сидела в нем, а потом плавали какие-то кружочки. Помнишь, я рассказывала? Я стала их брать в руки, а они разламываются в руках. Думаю, ой, что это? А тут овец привели на водопой сюда, получается. И они, извините, накакали. Это были какашки. Стекло, видишь, какое? Оно же гладкое или? Нет, оно не гладкое. Я его зарою туда. Пусть станет гладким. Здесь мы не будем в этом году чай. Вода пресная полностью. И пить ее можно. Ну, наверное. Не знаю, можно или нет, но... Вот. Так что, вот такие дела. И детские воспоминания. На этом пляже очень красивые фотографии получаются. Песок классный. Без рамочки. Да. Получается, что если стать в железном порту лицом к морю, то... Справа будет дикий пляж, там где заповедник, там где мы вчера были, там где папин движ отдыхает. А с левой стороны будет вот этот пляж. Вот. То есть с центрального пляжа можно попасть либо на тот, либо на тот. Да, честно говоря, я не знаю, что папин движ здесь не отдыхает. Может, они не знают этот пляж. Вот. Может, он слишком длинный, заброшенный. Может. Так, ладно, сейчас пойдем попробуем покупаться в водичку. В принципе, тут можно покупаться. Ходить будет по канату, либо ездить на нем. А, вон, видишь, тарзан. И куда она прыгать будет, я не... Непонятно. Так хорошо, вода холодная, ноги уже придут. Вот, смотрите, тут замок. Ну, тут кайф вообще сесть. Холодненько. Вот, смотри. Может, сейчас взять и попробовать полепить. Давай вот так. Это надо очистить. Пойдем сейчас купаться. Не, вот тут хорошее. Там, видишь, уже с песком. Вот. Можешь попробовать сейчас что-то слепить и на солнышко. Много не бери, придешь, еще возьмешь. Пойдем. Можно пойти на это, если там оно еще есть. И у них натуралистов на Куреневке. На кружок. Там была лепка из глины. Нет? Нет.
По-моему, нету. Может, там есть из глины лепить, типа, вот это, знаешь, лица лепят из глины. Да, да, да. Моя рука после глины. Заезд через поле. Турецкая сетка. Пойдем прогуляемся чуть по пляжу. Нравится нам ходить по морю. Вот даже на море не люблю на самом деле так сильно купаться. Больше вот мне нравится смотреть на него, ходить, все остальное. Летит кто-то, стая птиц, видишь? Ага. Кто-то, интересно, какие птички. В палатке тоже классно отдыхать, но либо все взрослые, или только двое вас, например, либо же с маленькими детьми, когда дети уже постарше, им скучно. Вот, отдыхать в палатке. Так в палатке можно отдыхать, в общем-то, либо же не очень долго. Как вроде вот у скалы, да? Да. А еще похоже на этот, какой-то этот скачивание. Обрывы типа, знаешь, настоящие. Да, а еще похоже на... Сфоткай, как настоящая. Это похоже на вот этот колизей. Колизей? Да. Ой, смотри, маленькая медуза в этом году первая моя. Так она какая-то слишком жирная. Да. Да. Красиво. Ничего не делай. Я не верю, что мы в этом году опять на море. Вот я только сейчас поняла это. Первые два дня у нас было у всех ощущение, что мы отсюда не уезжали. Какое-то дежавю. Смотри, вон скрепленная ракушка. Ага. Кто-то склеил. А? Да нет, никто не склеил. Она же должна быть закрытая. Да. Угу. Да. Там был моллюск. Ой, а сейчас у меня... Я не хочу есть еду отсюда. А сейчас у меня ощущение, что я не верю, что мы приехали сюда. Это так кайфово, вы не представляете. Несмотря ни на что. Ко мне задавали вопрос, что вы смотрите других блогеров, как вы едете, ну, типа, едете на море, там вода холодная, медузы, погода, ураганы. То есть, такая ерунда, если честно. Это все
природные явления. Ничего страшного. Медуза – это морской обитатель. Морской обитатель, да? Вот. Без которого все это бывает, все это проходит. Сегодня так, смотри, какая рапан. А вот смотри, сопля она. Просто даже вот так походить, даже если вы не будете купаться, так зайти, окунуться, походить возле моря, найти красивые места. Конечно, если сидеть вот там возле, на центральном пляже Железного порта, то там это ужас. Конечно, там не отдохнешь. Там музыка гэпает все время, объявляет что-то, рассказывают про катамараны, про что-то еще, про парашюты. Людей валом один возле одного. Надо искать вот такие места везде. Везде, в любых городах, в любых странах. На любом отдыхе есть вот такие места. Угу. Заброшенные пляжи, на которые ходят мало. Пляжи заброшенные или пляжи там, где ходят только люди, которые там живут. Как тут пахнет, люди костер жгут. Шашлычок сейчас будут делать. Наши эти. Мы же глиной обложили. Шашлычок делать. Ух ты, да, кстати, классно. Глина ж не горит. Ее хотя обжигают, а она потому что не твердая, получится такой костер. Да? Я вот смотрю некоторых этих, да, то не чайка, то баклан был, которого мы спасали. Да, да. Он что-то умирал. Он выходил на берег и все, лежал на берегу. Он умер. Умер? Может, и другой умер. Нет, это маленькая и большая. Да. Я говорю, других блогеров, и вроде финансов больше, чем у нас. Два человека, муж и жена только, молодые совсем, еще ни детей, ничего нет. И никуда не ездят практически, это просто капец. Ездят за границу там иногда. Ну, можешь по Украине, столько мест есть, да. Нет, такой не надо. Он не эксклюзивный. Я люблю эксклюзивные дамы. Можно ага. Это ж не знаю, чего-то. А может улетело. Скучно есть, люди живут вообще. Можно даже живя в своем городе, да, на ночевке куда-то ездить. Да, куда угодно, ходить просто на целый день хотя бы в походы. Просто ходить куда-то можно, если машины нету там. Да, ну там у нас пляж почти. Где пляж? Там. Ну, смотри, какой красивый был что-то. Вот. Кусочек ракушки. Смотри, какой красивый. Переверни его на другую сторону. Видишь? Как деревяшка. Там выбрасывай, не надо. Просто интересно, такой красивый. Еще мне нравится песок, который проваливается в ракушке. Ага. О, смотри, как дорожку сделали. Кстати, вот там вот классно. Классно. Видишь? Ходить вот... ножками. Походи ножками. Вот там вот классно. Классно. Ага. Все, вон, смотрите, люди с собаками, с котами отдыхают. С котами. Боже, с кем угодно, с крысой мы вчера женщину видели. Просто. А? Обосторожнее. Вот.
Ага. Главное, что у него глаза есть. Да, и нос. Возьми, разрисуешь. У тебя есть с собой что-то? Есть. У меня много, у меня пастель, фломастеры. Так возьми. Возьми. Особенно, если у тебя фломастеры классные. У тебя вот. Да, маркеры? Да. Ну, понеси, я же не могу, у меня уже рука забита. Виталина, сейчас на тебя гавкать будут. Сейчас на тебя будут гавкать. Уже губы настроили. Вот и все. Короче, кайфуйте. Пока жизнь одна. Сидеть дома нечего. Хорошую погоду. Когда очень хочется, можно дома посидеть. А так надо, блин, поднимать себя, заставлять. Даже если не хочется, и куда-то идти. Чем-то заниматься, что-то смотреть. Смотри. Угу. Берем, я сделаю туда жемчужину. Беленькую, да? Да. Класс. Будете ли это сделать себе? Я смотрю, люди, боже, с таким большим весом, я не знаю, по 200, наверное, килограмм, по 150 вес. Полные такие и едут отдыхать, да, на море. Да, вон как у нас там надеюсь. Ну, мужчина только что поехал на машине. И там и в палатке отдыхают, и на поезде приезжают без машины, и на машине. С весом им жарко, с этим тяжелым большим весом, но они все равно едут отдыхать. А худые люди даже не задумываются. Так что это не зависит. Это выброс. Не зависит ни от чего. Ни от болезней, ни от веса. Можно ездить, отдыхать. Так, ладно, будем дальше гуляться. Да, сегодня должен быть дождь. Ну, может нас обменет он как-то, посмотрим. Вроде бы там дождь не идет. Наши. Кстати, кто еще не успел отдохнуть, может в сентябре поехать, в общем-то, правда же? И даже в октябре. Просто посидеть возле моря, просто походить хотя бы 3 дня. Вот. Не обязательно здесь, можно в другие места ездить. Не в последнем месте. Красиво, да? Да. У тебя в октябре день рождения. Это последний месяц. Осени? Осени. Нет, у меня в ноябре. Да, я во втором месяце. У меня сначала у папы в сентябре день рождения 22-го. Да, мы прям совпадаем. У меня 11 ноября, вот, день рождения. А у Виталины какого? 7 октября. Да. Так что можно еще и осенью поехать, и к морю, и куда угодно. Можно в Карпаты поехать осенью, прекрасно. Да, кого мне подарят до день рождения? Но это будет подарок тебе на день рождения. Ну да, только до. Кого? Ну, потом скажу, подарок. Ой, смотри, тут так, походи, тут зыбучие пески. Я знаю, мне нравится, они я там еще У нас даже пальмы тут растут, видите? Пальмы? Становись, я тебя сфотографирую. Песочек тут, как на Мальдивах, да. Беленький. О, кто-то сдохший. Точно сдохший? Да, дохлый. Выбираем скарб. Да не нужен, надо он тебе? Скарб. Зачем? Смотри, одного щупальца нет. Угу. Да выброси. Прощай, пусть тебе муравьи хоть сидят. Да он уже, вы уже съели и переели. Ух, не, пошли, мама. Я вроде ничего. Все. Да. Ой, тебя... О, вдруг оно так в воде сидит. Блин, надо, чтобы оно не зарылось. Быстрее, быстрее. Это, по-моему, у тех, вот, знаешь, которые как в Крыму были. Вот с кусючими этими. Носами.
какое оно ужасное и мерзкое. Ну, это получше. Приспособлено. Все, если было не пасмурно, то был бы красивый закат. 6 часов мы едем в домик. Все, всем пока. Приспособлено. А как они прилипают? Ну как сюда спустишься? Никак. Ой, тут вода такая хорошая. Привет, аквалам. За раз пол ведра можно наловить. Вот они, Виталик, под берегом. Да? Нет?